Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Быстренько заходим с тобой на арену, делаем запрос. Крипта, 15 карточек. Так, выпадает нам зомби с надгробием, жрица, в общем, понятно. Лучше бы мне выпал укон. Да-да, тот самый новенький, который у нас появился. Я, кстати, сегодня попробую его получить. Если, конечно же, он будет участвовать у нас в Нефритовой долине. Все зависит от этого. Если он будет там, ребята, и мы увидим его, и когда убьем, получим карточки, то да, если же нет, то на нет и сюда нет. А вот теперь скажи, нафига я взял вот этот отряд? Я обычно играю совсем другим отрядом. Ну ладно. Давай, этого достаточно, одного тут будет. Он сейчас тут всех завалит, и даже этот самый трансформатор несчастный. Вот и все, и карточку мы с тобой забираем. Так, окей, все или ничего, 690 рублей, нет, спасибо большое, я воздержусь от этого всего. Так, зайдем в магазин, что у нас тут? Так, магазин, бесплатно, есть что-нибудь? Копейщик, вот, например, есть бесплатный, но он у меня прокачанный, так что мне от него толку ноль, вообще ноль. Так, что у нас тут в ежедневном испытании, сейчас мы посмотрим с тобой, если... Все, что будет разыгрываться у нас есть. Есть, ребята. Здесь, как ты видишь, ползун. Ползун, насколько я помню, у нас, по-моему, прокачан по полной программе. Ползун относится к захватчикам. Оу. Нет, ребята, ползун у меня не прокачан. Так что вперед из песней. Соберите свой отряд. И это все? Блин. Ну, я не знаю. Как тут? Да что такое-то? Битва. Соберите свой отряд. Друзья, ну я не знаю, как мы здесь будем. Извини меня, тут ползун, тут зомби этот. Это как же нужно так выкрутиться? Ну, давай я попробую. Он сразу, наверное, у меня погибнет, да, я так понимаю? Опа. Да, вот этот зомби-камикадзе, который сейчас будет выходить, ребята. Ох, он сейчас будет взрываться. Он сейчас будет взрываться, он будет всех уничтожать мне. Что он делает, объясни мне. Ну, где там зомби-камикадзе? Зачем ты так сделал, Рэй? Нужно было на зомби-камикадзе. Так, тут, наверное, надо ускорение, ребята, делать. Ну, по-другому просто тут никак. Вот, посмотри, каким вот макаром я здесь должен. Видишь, что творит? Видишь, что творит? Фаербол, давай. Ну, взорвался ты, да. Видишь, что этот яд. Ай-яй-яй. Сколько? У нас 40 секунд в запасе. Ну давай ты бомби, господи. Ты... Стоит там теребунь. Чего ты вот теребунь, конечно, объясни, а? Русским-то языком. Взрываем. Отлично. Фух. Друзья мои, ну что? Получилось, ну очень... проблематично, вот, серьезно тебе говорю. Так, вот она, наша наградушка. 23 ползуна мы с тобой получаем. Этот, конечно, трэш. Давай собирать опять же этот отряд наш. Это еще хорошо, у нас все прокачанные по соточке с тобой. Как бы все по идеалу. Но 5000 монет я стравливаю лишь за одно ускорение. Ну, в принципе, фиг с ним, ребят. Оно того стоит, поверь мне. Так, ну что, погнали. Не так много отнимает здоровья, как ты видишь. Вот тут главное, чтобы... Где наш зомби там? Ага, сразу обоих, да, накрыл? Да куда ж ты в яд-то бежишь, дурачок ты этакий? Просто Филя, ты дурачина. Мы еще с тобой один фаербол сфейлили, кстати. Чисто случайно. Как ты помнишь, да? Вот сейчас мы его
фейлить с тобой не будем. Давай, ускоряемся. Ну, они хотя бы урон. Ну, так быстро что-то они бум-бум-бум. И все, ребят. Ну, тут ты, конечно, схитрил. Давай-давай-давай, продолжай бомбить. Так, нам с тобой надо будет, знаешь, что еще сделать? Вот так вот. И остается последний фаербол, а может быть даже рыцарь. Ну! Есть! Фух. Сейчас мы с тобой получим сколько там? 12 или 18 карточек? Я уже точно не помню. Давай-давай, открывай. Угу, 13 карточек. Охотник за сокровищами. Завершили с тобой квест. Ну и последний шанс, где будет разыгрываться уже 8, друзья мои, ползунов. Всего лишь 8. Но, поверь мне, 8 плюс 23 плюс 13 это уже полтишочек, как ни крути. Так, ну что, родной, выходи. Я знаю, что ты смертник у меня, так что... Ну а что, по-другому никак, ребят. Давай-давай-давай-давай, наяривайте там. Фаербольчик бы созрел, был бы вообще топчик. Да? А он как раз созревает, и мы бомбим. О, ну куда ты, рыцарь? Ну побежал. Ай, побежал. Ой, дуралей. Они оба там, ребята, оказывается, стояли. Давай ускоримся. Ну что-то уж больно как-то быстро ускорение здесь заканчивается. Вообще, ребят, просто моментально. Слушай, они, наверное, сейчас... Ну! Короче, фаерболом сейчас уничтожу. Все. Вот так вот, как с куста, друзья мои. Мы прошли с вами это событие ежедневное. И я очень доволен. Так, ну сколько? 8 карточек на ползуна. Ползун нам нужен? Естественно, нужен. Поэтому, ребят, мы и прошли все 3 попытки. Так, здесь у нас еще и квест завершен. О, 5 кристаллов где дают. Ну что, теперь нам нужно с тобой... Мы с тобой в долине... Вот, нефритовая долина, она будет у нас дальше. Так, здесь у нас, значит, с тобой следующий. Тритон. Страж. Ух. Командочка такая гуфи, да? Так, ладно, сейчас попробуем что-нибудь здесь придумать. Я не знаю, наверное, выпустим... Нет, самурай слишком мягкий будет у нас. Тут, наверное, надо... Слушай, ну если мы 500 накопим, давай мы тогда сразу деда позовем. Успеет дед, интересно, выйти? По идее, должен он успеть. Вот так вот. Плюс мы с тобой выпускаем корни. Так, некро позовем. Замечательно. Тыквоголову, конечно же. Еще одного самурая. Но тут, по-моему, мы продавим нашего противника. Да. Ну, а дальше просто запинываем. И делов-то на копейку, да? Довольно быстро и легко. Ну что, так, смотрим, мы с тобой переходим на третье событие. Здесь у нас, опачки, а вот здесь уже не все так просто. А здесь у нас есть бородавочник. Бородавочник чем плох? Да-да, если он выйдет в истерике, опять же начнет бежать, прыгать, все ломать на своем пути. Как бы не очень хороший варик. Поэтому нам нужно с тобой перестраховаться, наверное, в виде... Давай я вызову самурая. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, про это я тебе и говорил. Он даже может сразу уничтожить. Давай-давай-давай-давай, ведьма. Некробомбитом. Колобков. Ох, хорошо, что он еще встал в истерику. Этот, естественно, начинает отвлекаться. Мы здесь с тобой еще вот так вот сделаем. И замечательно. Ай-яй-яй. Он в истерику опять впал. Замечательно.
Но я тебе повторю, что... Так, давай еще некого позовем. Естественно, чем больше вот этих колобков мы вызовем, тем лучше будет для нас. Слушай, они уже достали тут вдвоем, а? Наяривают. Давай ты крылову звать. И корни. Вот и все. Совсем другой расклад получается. Посмотри сам. Давай, 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 давай. Прижучили, короче, мы. Да, мы их прижучили к стенке. Карточку дайте только. Ну, тут тоже было легко и круто. Так, предпоследняя миссия. Здесь у нас, ребят, хищнец. Хищнец. Против него что мы будем с тобой делать? Наверное, я, наверное, возьму вот эту вот команду. Почему именно ее, ребят? Там, где больше танков, ту команду и берем. Хищнец шутить не любит. Прыжки и тому подобное. Плюс у него очень хороший дамаг. Так что ты сам понимаешь, да? Вот таким вот образом. Ну а дальше, естественно, вызываем с тобой паладина. Паладин один справится. Он выстоит. Тем более, смотри, как хорошо тут получилось. Вообще удачно, ребят, получилось, так как... Угу. Иди сюда. Шпана. Так, мы его еще и напугали. И в спину, прикинь, в спину пилами. Ух. Ну, в принципе, и все. Не ожидал я сам от себя, если честно, такого быстрого расклада. Все получилось идеальненько просто. И хищнец нам не помешал, и победили. Так, ну а здесь кто у нас босс будет? Ага, повелитель разума. Смотритель его звать, ребята. Ну что, против смотрителя мы не будем с тобой тут, наверное, рисковать. Что-то выдумывать какой-то велосипед. Будем работать по нашей старой схеме. Наша старая схема элементарная. Вызываем, ну, обычно вызываем вот этого вот. Но мне почему-то кажется, ага, даже так лучше будет. Ой, а вот так вот будет хуже. Ронин, будь добр. Спасибо. Ты, как всегда, на высоте. Ронин. Малой. Так, а вот это вот плохо. Замечательно. Тут шансов вообще нет у противника. Еще и Ронин там бежит. Все. Ну, согласись, быстро. Мастерство, друзья мои, мастерство. Ну, а самое главное, что очень хорошо подобрана команда. Кто-то из подписчиков писал: Рэй, а можно я возьму такие же составы команд, как у тебя? Конечно, можно. Если у тебя есть такие же юниты, то, конечно, можно. Я же, в принципе, для вас и делаю, показываю, как быстрее и лучше проходить. Так что даже не сомневайся, бери и пользуйся на здоровье. Так, что-то мне подсказывает, что у Кона я здесь не увижу. А где же его взять-то тогда? Кто-то писал, а у меня он уже есть. Я опять же, ребята, говорю, это хорошо, но правда ли? Написать может каждый. Вот ты мне вышли скрины, чтобы я их увидел. Тогда я тебе поверю. А без скринов ты можешь говорить, что хочешь. Так, погнали. Ай-яй-яй-яй-яй, тут у нас нефритос вышел, этот, терракоша. Ну вот, совсем другое дело, сейчас мы его забомбашим. Можно, наверное, и деда позвать, да? Для профилактики, или не будем? Ну, такого голову, выходи. И уничтожаем. Так, я вызываю корни. И все. Найсовая победа. Просто найсовая. Так, мне интересно знать, будет у нас... Блин, да нету его, ребят. Может быть, разрабы... Ну, не знаю. Он у нас... Он же точно у нас в нефритовой долине должен появиться, да? Он должен быть в нефритовой долине. Может быть, помнишь, как вот в тот раз у нас в начале появился там кто? Вот когда нежить-то водили. Воин-маг, да, этот падший, потом
зомби с надгробием, а уже после появился... А кто там после появился-то? Я уже не помню, кто там появился-то. А, ведьма, ведьма, да. Может быть, действительно, просто еще как бы они не все ввели? По крайней мере, ну, по нефритке, если смотреть, по нефритовой долине, я не вижу этого укона здесь. Он должен появиться был. Но его нету, понимаешь? Идут пока еще старые бойцы. Идут, которых мы с тобой видели, которых мы знаем. Ну, упал, отжался, давай, давай, давай. Я вызову мага сюда, не знаю зачем, пускай идет. Так, для проформы, да? Так, голема, молнии. Вообще четненько, смотри, разносим. Ниндзя, я считаю, одни из имбовых персонажей здесь именно вот. Дальнобойных. Если брать даже баллисту, баллиста хоть и пускает три стрелы, но она очень медленно. Ниндзя намного быстрее все это бомбят. Но у баллисты есть преимущество одно. Они станят противника. Станят, то есть они останавливают, но противник все равно может бомбить. То есть он его как бы полностью не оглушает. Слушай, вот здесь вот уже у нас Вуджен. Пом-пом-пом. Слушай, ну с Вудженом-то... Давай, наверное, возьмем первый тогда отряд. Или что, или как нам тут быть? Вуджен. Или этот? Ну, давай этот возьмем. Если что, притянем их к себе, да? Этих Вудженов, и тут быстренько мы их расколбасим. У Вуджена тоже есть свойство откатываться, так что... Так, мне нужен кто? Мне нужен, естественно... Для чего паладин? Потому что здесь еще и пойдут эти... Всадники на журавле... Поэтому паладин с ними очень хорошо справляется. О-о-о, вышла, вышла армадушка. Так, всадничек заклевывай. А вот, ребята, и Вуджен. Так, иди сюда. Думает, я его там оставлю. Так, ага, вдалеке, что он там бомбил по мне. Держи карман шире, парень. И в наших интересах как можно быстрее подобраться. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж творит, а? Так, сейчас Вуджена вызовет. Вон он уже там наяривает. Ну, естественно, циркулярная пила от молотильщика еще не отменялась. Смотри, смотри, пока он встанет, просто его запинали и все. Хыть-хыть. Вот тебе хыть-хыть. Готов, иди суши весла, парень. Ну, а мы двигаемся с тобой на предпоследнюю миссию. Нету, ребята, вукона здесь. Блин, да как же так-то, а? Как же так? Нефритовая долина, вот он. Блин, я даже прочитать... Ага, собери... Блин, я даже прочитать не могу. Сунь-укун. Сунь-укун, а я его называю Вуконг. Ну, ребята, это практически то же самое. Вуконг, Сунь-укун. То есть Вуконг это, по-моему, божество китайское, если я не ошибаюсь. Но Сунь-укун то же самое, у него разные названия. Блин, да как же его открыть-то, а? Конечно, хочется, ребят, конечно, хочется посмотреть на этого нового персонажа. Я говорю, тут либо они его откроют уже, когда все персонажи будут готовы. Либо будет какой-то ивент, либо еще что-нибудь. Когда у нас открывалось событие, вот Некро, у нас можно было вот этих всех новых персонажей именно за ивент пооткрывать. Это я точно помню. Когда открылся этот зомби с надгробием и все остальное. Так, черепаха, а ну-ка иди сюда. Что ты там встала, я не могу понять. Ой, не нравится мне вот это все. Наша политика партии. Давай карточки все это забираем. Че, неужели друид произвел? О, шикарно. Пила молотильщика решила наши проблемы в одну секунду.
Отлично. Маленький щитобот, да? Несмотря на то, что он действительно такой маленький, он очень хорошо держит удары. Он действительно подтверждает звание танка. Маленького первоначального танка. Оп, ураганчик. И сейчас друидка поставит тут тотемы. А если тотем красный вот этот стоит рядом с замком, то он, соответственно, наносит сразу же урон. Соответственно, их замок просто рушится в одну секунду. Все или ничего. Может быть, он где-то из этих карт выпадает, из сундуков. Я не знаю, ребят. Продолжаем. Так, у нас здесь богиня солнца. Как бы мне с ней не хотелось бы сталкиваться лицом к лицу, поэтому я возьму свой топ-отряд. Супер-пупер имбовый. И начнем потихо. Да-да-да-да-да, самурай. Эх, не побежал. Шелест тапочек я не слышал, поэтому... Но он быстрее, он намного быстрее, ребята. Он скоростнее ронин, поэтому... А вот это вот хуже. Поэтому здесь нам понадобится прыгун. Ну? Вот и все. Давай вот так вот сделаем. Блин. Оу-оу-оу-оу. Ой-ой-ой-ой, друзья, богиню. Он успел призвать богиню. Ну что нам делать? Давай-давай, кромсай. Ты посмотри, а? Он в истерику упал, и все, ребята. И вся ульта в него полетела. Через отражение бомбанули. Но дело-то тут в другом немножко. Дело, друзья мои, здесь... Что такое, я не могу понять. Ну... Да вы запинаете или нет? Ё-моё, в конце-то концов. Поехали. Давай-давай-давай-давай, родные, 27 секунд. Есть. Жесть, что-то как-то уж... Хорошо они тут держали оборонку. Ты посмотри на них. Ну, мы их победили, друзья. Так, двигаемся дальше. Что тут у нас в сундуке в этом? Даже тут эта награда не дает, прикинь. Так, ну что, долина подданных. Долина подданных. Я смотрю, здесь у нас есть воровайка, да? Мелкий трус. Блин, как бы нам с ним тут... Ну, его сдерживать нужно, однозначно. Карманник-бандит, его надо сдерживать. Он же, по-моему, сейчас у них первым будет тут ходить, насколько я помню. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Угу. Галим, выходи. Да, ты сможешь его бомбануть. Причем в легкую. А ну-ка, молнии. Мы его застанили, да, там? Оп. Такой стоит, типа, невидимый, да? Но мы его раскрыли. Да, в принципе, все. Замку тут крышка, ребят. Просто сейчас мои ребята подойдут и закромсают. Все сделают на 5 баллов. Есть. Ну что, продолжить? Конечно же, продолжить. Блин, ну как же так, ребята, а? Укона. Усуня, укона не получить, а? Причем написал мне об этом в комментариях только один человек. Что он у него есть. Ты понимаешь, да, чем я, к чему я клоню? Воу-воу-воу-воу. Друзья. Не успел, не успел он зачекрыжить нам.
Как и молния. Какой жук, а этот бандит. Да с этим-то разберитесь, там 3 секунды-то с ним разбираться. Ага. Ты хоть смотришь, куда там бьешь? Глаза закатил, бомбит там куда-то, непонятно куда. Еще, опять идет, ребят. Есть. Надо будет, кстати, у нас с тобой вроде бы финансов хватает, надо будет прокачать оставшихся. Но здесь, блин, здесь опять так же придется. Пока этот разбойник будет в команде, я не могу, ребят, ничего поменять. Тут хорошая команда танков, они именно его сдерживают. Что с молотом, что голем. Опять он его вызвал, а ты посмотри. Так он будет нам мозги компенсировать. С удара его сейчас, да, по-моему, он? Нет, не с удара. Я думал, с удара его наказывать будет. Вышел там. И очень хорошо так бомбит, между прочим. Опа, опа, опа. Иди-ка ты, разбойничек, отсюда, а? Там что-то А, он еще и станет при всем при этом. Так. Ты посмотри, а? Он своей молнией станет, ребята, наших противников. Ой, наших бойцов. И они ничего сделать не могут в этот момент. А у Ниндзя, ты видел, да? Она избежала смерти. Телепортнулась немножко назад и добила этого разбойника, который ее подчекрыжил. Но он срабатывает не так часто, конечно, этот удар. Так, ну давай посмотрим, кто у нас там еще. Блин, этот разбойник, он везде будет, по ходу дела. Ну давай, я рискну. Я рискну взять вот этот отряд, так что быть. Танков здесь нету, поэтому этот бродяга, он будет просто всех уничтожать. Вот в чем проблема-то, в принципе-то. Ага. Ты серьезно? Вот так вот прям всех? Хорошо. Так, а вот и бродяга, ребята, идет. Угу. Всех там положили и бродягу. Опять же, за счет с помощью корней, ребят. Корни выставили. Ну и, соответственно, здесь их всех в одночасье и валим. Бродяг. Хотя. Смотри, что делает. А, он не успел. Он хотел некого уже подбить. У него осталось там совсем немножко здоровья. Но у него колобок выскочил в этот момент. Еще и тыквоголовый успел все-таки по нему нанести урон. Так что шикарно все. Итак, последний у нас тут этапчик. Король. Ну, как мое мнение, король, ну, один из самых слабых. И юниты против него должны быть больше летающих юнитов. И все. Но мы с собой опять же рисковать не будем. Король, он не может бить по воздуху. То есть он бьет чисто копьем своих. Поэтому если у тебя есть чумные летучие мыши, прокачанные грифоны и тому подобное, вот выставляй это все. И они, естественно, разберутся тут со всеми. Так, у меня здесь немножко кое-что неправильно пошло. Ладно, фиксим. Ронин. Вот так вот. С Ронином шутки плохи. Ну и что? Ты думаешь, это тебе поможет как-то? Правильно, чумнуха. Бомби ему в спину. Быстро. Если Ронин стоит вместе с этой, вот они вдвоем тут вообще
такую лютую имбу творят. Один прокрывает, другой еще бомбит. И еще там уже, кстати, отражение урона идет. То есть вообще крутая такая связочка. Так, ну что, друзья мои, забираем смотрителя, рощу и трансформатор. 166-й телепорт. Так, тут есть нефритовая долина. Окей. Ну, не знаю, хватит ли нам энергии. Так, здесь можно, наверное, вот этот отряд использовать. Не погорячился ли я? Ладно, проверим. Опа, 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 опа. Да блин. Этот копит, да, там заряд. Тыквоголовый нам нужен срочно. Сейчас эти все там начнут падать. Вот и все. Ну а дальше им тут спасения нету. Дальше мы с тобой просто уничтожаем трансформаторную будку, из которой они вылазят. И все. И-е-е. Так, ну это был только лишь первый этап. Так, что у нас? Блин, тут у нас энергия закончилась. Этот взять, что ли, отряд? Ну, давай. Ну-ка. Что у нас тут? Тоже не очень большое расстояние, поэтому нужно быть на пределе, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой, на пределе. Фух. На последних, ребят, секундах успел выставить, прикинь. Так, давай-давай-давай-давай, попробуем с тобой. Да ну. Да завязывай ты уже, а. Ах ты, жук ты навозный. То-то и оно. Молотильщик, сгинь. Ну и все, в принципе. Ну, ты сам видишь, тут уже расколбас идет конкретный. Мы его прижали возле трансформаторов. Им тут не разгуляться, ничего не сделать. Вообще быстрая победа. А начиналось как? Я думал, сейчас, ребят, все-таки не успеем молотильщику перекрыть путь и все. Но, слава богу, выкрутились мы. Так, что у нас тут? Смотри-ка, бомбер. У нас тут бомбер. Но расстояние тоже, ну, не особо большое, но фехтовальщик, в принципе, может выйти. И также может выйти джиггернаут. Так что я, наверное, в первую очередь вызываю джиггернаута. Пускай это летит, трихомудия, она мне не нужна здесь. Так, сейчас мы с тобой используем еще клетку, наверное. Вот так вот, оп. Секешь? В чем фишка? И все. Только я не могу понять, почему у меня в клетку попал мой же робот. А, это же не мой, ё-моё. Чё-то я совсем уже, робот-то не мой. Это же он отправляет роботов-то. Ну и все. Что-то у нас аж искрится. Джиггернаут, что ли, там так заискрился, бедолага. Так, ну что, у нас с тобой четвертый этап. Оу, хилбот. Блин, хилбот, а. Может быть, нам жнеца успеть попробовать? Накопить и вызвать. Да, конечно, вызовешь ты. Они не дают тебе расслабиться вообще. Оу. Давай, Джаггер, уходи. Ага, раз такая фишка получилась, значит, нам здесь нужно вызывать Блиссу. Почему Блиссу, ребят? Ну, видишь, там идет хилбот. Давай, 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 давай. Оп. Угу.
Тут немножко побомбил. Все отлично. Оп. Не знаю, зачем я вызываю баллисту, это очень опасно. Вот, и об этом я и говорю. Видишь, что творит? Как бы здесь лучше вызывать целую армаду грифонов. Так. Смотрите, что сейчас будет. Воу. Ну, при таком раскладе можно еще, ребят, поиграть. А то я думал, сейчас там у них целая армада хилботов накопится и все. Ты смотри, что вытворяет, а? Грифоны, какие же вы слабенькие, а? Не можете нормально там никого бомбануть. 31 секунда, друзья мои. 31 секунда у нас времени на все про все. Я имею в виду именно уничтожить ему базу. 22 секунды. Есть. Фух. Что-то напряженный какой-то отрядик. Напряженный. Так. Последняя миссия у нас здесь. С ядерным роботом. С ядерным роботом, я думаю, и вот этот отряд, в принципе, может спокойно сразиться, да? Попробуем. Тут главное друидку успеть вовремя призвать, и все. Так, ну что, первый пошел. Блин, ну хилбот вот. Понятное дело тут. Ты ч... Он нифига себе, прикинь, молотильщик передамажил щитобота, который еще и отхиливался. Да. Это, конечно, топово было. Это очень было топово. Мы ядерного робота не увидим. Не. Не увидим. Быстро мы тут ему, конечно. Ширк-ширк и готово. Так, ну что, сундук у нас, робота. Ага. 9 кристаллов что заработали. Так, долина у нас захватчиков, да? Противник. Подожди, какой противник найден? А, я нажал на. Я нажал на арену, извините, ребят. Так, у нас тут отряд появился. Поехали. Ну, я думаю, что он сейчас начнет с пришельцев, как всегда. Ну, вызовет пришельца или как? Или не вызовет? Сейчас проверим. Упс. Упс. Ай. Это, ребята, плохо. Эй, прикинь, колобок просто справился. Тырь колобка. Почему самурай именно... Ну давай, 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 давай. Трындец, блин. С пришельцем хуже не придумаешь, а? Он еще и против меня его. Но некро. Вызывай колобков. Да все равно, как бы он тут не выпендривался, ребят, не пройдет. Замечательно. Первый поединок. И довольно успешно. Так, двигаемся дальше. На второй переходим. Здесь у нас, да, то же самое, только еще у них прибавляется воблер. Так, погоди-ка. Во. Возьму этот отряд. Здесь у нас есть всадник на журавле, которого не поймаешь с воздуха и не пробьешь по земле.
Нормально. Да хоть ты залетайся здесь, нам все равно. Всадник пошел. Так, ну здесь паладин уже нужен. Да-да-да-да-да, ну воблер слабак оказался. Стырил моего этого, а? Паршивец. Да, воблер слабоват против всадника на журавле. В принципе, все, можно вот так вот сделать. И крышка замкнута. Вот и все. Продолжаем. Третий этап. Блин, а вот тут уже слизень. Слизень морпех такого увеличать. И вот здесь как раз этот джиггернаута нам невыгодно вызывать, потому что если пришелец его похитит, он очень долго у нас по откатам. Здесь можно грифона спокойно вызывать. Да чтоб тебя. Давай вот так вот сделаем. А где же твой этот? Не пойму я. Вот он, ребят. Ну. Да иди ты. Тратить еще время свое драгоценное. Баллиста. Ай-яй-яй. Ну, есть. Джиггернаута надо позвать. Еще вытворяет. И полетел, блин. А этому не бывать. Плюс заморозочка. Все. В принципе, неплохо. Так, здесь еще у нас кто? Опа, а здесь прибавляется. Давай вот этот возьмем отряд. Здесь прибавляется ползун. Что тоже не очень хорошо на самом деле. Суперскорость, сам понимаешь. Поэтому щитобот, естественно, который может выдержать удар. Причем довольно неплохо он выдерживает удар, как ты видишь, по его здоровью. Ну, а здесь, естественно, молотильщика, ребят, нет. Если бы мы сейчас с тобой ульту бы, конечно, прописали бы. Вот что творит, а? Да идите сюда уже, заколебали там стоять уже. Ой. Погнали. Да, он не достает, он не дотягивается. Ну еще паладина мне. Ты прикинь, паладина свистнул. Не кого-нибудь, блин, а паладина. Дорогущую единицу боевую. Ну! Давай, дожимаем. Есть. Дожали, прожали и промяли. Так, у нас последний этап. Здесь, ну, возьму, конечно, имба-отряд, потому что лорд пустоты. Да, не все, в принципе, здесь были. Ну, не все, ребят. Король слабак, и слабак у нас еще ядерный робот. Король, ядерный робот и епископ. Он сам по себе слаб, ребят. Единственное, что да, он вот эту вот. Оу-оу-оу. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Вот жук навозный.
Блин, а что там надо было делать? Даже не знаю. Ты смотри, что вытворяет, а? Этот пришелец тыхний. Нифига он достал, а? Хотя бы деньги получим здесь и опыт. Но переиграть его однозначно надо, потому что... Так, значит, он отправляет... Так, что же мне сделать? Выпускаю Ронина. Да хорош он еще... Я в шоке немножко. Так, прыгун. В принципе, неплохо. Ронин полетел, 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 полетел. Жук! Замечательно. А вот, друзья мои, и лордушка появился. Лордушка. Господи, как же мы быстро тут. Да, вот и все, ребят. Фу, вот тебе и лордушка. Так, здесь запросик. Мы с тобой сделали. Так, у нас еще, по-моему, есть немножко юнитов. Лорд поступил 12. Так, переходим на Нефритовую долину. Нет, друзья, ну нету здесь этого Усуня, вот нету и все. Его не дают. Я не знаю, как это объяснить, но его пока нету. И это плохо. Так, он же сейчас вызовет ниндзю еще сразу же, насколько я помню. Конечно. Да ну, это что, это специально, ребята, уже все сделано. Так, где мои молнии? И ни одна не попала. И ни одна не попала. Да ну, чушь полная, блин. Я даже тут дергаться не буду. У него ниндзя там попал, о, и выжила, там что только не сделала. А мы ей просто дохнут как мухи. Ладно, все, ребят, я сейчас вызываю свой супер-пупер отряд. Достали уже, чего ты? Что ты мне даешь показывать, что? Где он у меня? Сейчас я им устрою тут карнавальную ночь. Достали уже в корень. Оборзевшие просто уже. Ну что, давай танцуем. Все сразу. Иди, иди сюда. Сейчас тебе будет уя и кия. И все, что ты хочешь. Все, что мы любим. На. Все, довольная. Иди, я тебе сказал, отсюда. Кияка это мне. Дурик. Что-то я не вижу радости на ваших лицах-то, а? Щеглы. Вот и все. Совсем другое дело. Так, переходим на второй этап. Пум-пум-пум. На... Блин, отряд-то, конечно. Ну, явно не для вот... Ой, друзья, не для вот этого всего. Ну, куда ты бежишь, а, пес?
сразу заколбасили. Так, загрузочка. Хоп. И баллисточка. Давай, 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 баллиста, бомби по ним. Чтоб им всем там пусто было. И фехтовальщик начинает там наяривать. Ниндзя там нам не в указ. Когда баллиста стоит на заднем... на задних рядах, то все, пиши пропало. Еще одну позовем. А у них самурай в истерику, смотрю, впадает в последнее время очень часто. Вот и все. Что хотели, то они и получили. Да, ребят? Что заслужили, то и получили. Так, черепаха. Тортилла тут у нас. В принципе, ничего сложного нету. Как говорится, предыдущих одолели, будущих тем более одолеем. Давай, Джиггернаут. Угу, угу, идет, идет. Идет довольно такая баллиста. Думает, на нее управу не найдем. Конечно. Опа, и все. И сразу ей взгрустнулась. Давай, клетку. Все, да выпендривался. Баллиста. Очень медленно двигается, конечно. О, видишь? Тебе не кажется, что зачастила она с истериками? Вот эта самурайка, а? Очень зачастила. Это что сейчас было, ребят? Что? Ты видел? Что такое промелькнуло? Я так и не понял, что это было сейчас? Хм, интересно. Что такое мелькнуло, как будто, я не знаю даже, дух, не дух, что-то прилетело здесь. Окей, ну что, мы здесь победили. У нас, ребят, закончилась везде энергия. Ну что же, тогда на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!